Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. И я смотрю, что с Лиги Мастеров мы слетели аж до Лиги Сёгунов. Круто, ничего не скажешь. Но для нас это, я думаю, проблем никаких не будет, да? Мы же все равно с тобой рванем. Оу, даже Лига Сёгунов одна звезда, вы серьезно? Ну-ка нафиг. Я такого не потерплю. Лига Сёгунов одна звезда. Вы что, оборзели, что ли? Эй. Так, берем Рафаэля. Они оборзели. Они просто в наглую, ребята, оборзели вообще в корень. Нифига себе. Сколько я не поиграл? Я буквально один день вчера не поиграл, и все, меня... Свистунком. Иди отсюда, Вася, посиди и погуляй. Нет уж. Так дело не пойдет. Так, Рафаэль, я надеюсь, твое уклонение, точнее, его уклонение не поможет против твоих, как говорится, ударов. Блин, Сплинтер же контратаки оттачит. Давай, поехали, ну. Красавчик. Ох, как он наяривает по красоте, ребят. Просто мимо. Так, Донни хиляет. Этот Сплинтер достал уже своими этими. Еще и хил. Еще, ребята, хил вешает. Ага, Майки, да? А вот тебе, гаденыш, за все. Пропечатали. Вот скажи мне, Майки, вот ты целенаправленно это все делаешь? Он же сейчас может психануть и ушатать просто-напросто. Не попадешь, Донни. Рафаэль, только лишь тебе придется тогда валить его. И вот. Только Рафаэлю под силу, ребята, завалить его, потому что по уровню он превосходит Сплинтера, и все. А так... Расклепали бы. Ну что, блин, надо опять как-то возвращаться действительно, ребята, в Лигу Мастеров. Обратно в Лигу Мастеров нам нужно запрыгивать. Ну что это за дела? Скинули они меня до Лиги Сёгунов одна звездочка. Вы оборзели, что ли, совсем там? Отдуплились, блин. Сейчас будем... Я буду с дури всех валить, ребят, сразу же. На глушняк. Не потерплю от такого отношения. Так что давай. Без перекуров, как говорится, без отдыха. Сёгуны две звездочки взято. Опять же, сколько будем брать ступенек? Неизвестно. 15-20. Ну, попробуем, конечно, найти. Я не знаю, там. Да фиг ты там что найдешь. 15-20. Берем Бакстера. Берем Бакстера. Раз, два, три, четыре. Ну, офигли делать, ребят. Ну, Бакстера. Погнали, почесали. Полетели. Волна. Все, сразу все на жопу сели ровненько. И так ему надо. По делам. Восьмидесятое место. Так, сейчас, секундочку, ребят. Ну ладно, фиг с ним. Так, Майки, не лезь. Раз, два, три, четыре. По красоте. Так, ну что, торнадо будет достаточно? Нет, ребята, недостаточно. А вот так, если... Да, я не думал, что Макман со своим торнадо не сможет их ушатать сразу же. Думал, вольнет всех на глушняк. Не тут-то было. И всего лишь 13 ступенек мы пролетаем. Но это мало. Это, ребят, серьезно мало. Ладно, Донателло и... Подожди, я взял одного Донателло. А потянет ли он?
вот в чем вопрос. Ага. Так, этого в минус. Ну что ты там свои затирушки? Бомбанем. Бам-бам, минус Дони и... Так, ну это чтобы блок снять. А второй, чтобы его добить. Да какой там Кейси Джонс, он добьет, пожалуй. Ой. Саблезуб тоже такой, блин, молодец. Такой дуст. Не получается у него ничего, ребят. Фигня. Ладно. Нифига у них не выходит. И это меня бесит. Они не могут, ребят, бомбануть их. О, 16-21. Отлично. Так, Зека я брать не буду. Я возьму, наверное, вот так вот Майки плюс Рафаэль. Майки плюс Рафаэль. Ну, что я могу сказать, ребят? Майки. Так, а где у меня... А где у меня очки, ребят? А куда очки-то я дел? Не понял юморка. Зашибись. Куда-то очки положил, блин. Ладно, фиксим. Просто уже это начинает глаза побаливать. Ладно, раскручили мы здесь. Так, погнали дальше. Ну, Лига Сюганов 3 звезды-то мы возьмем. А мне бы хотелось бы Лигу Мастеров 3 звезды взять. А, мало ли что мне хотелось бы. Ты попробуй еще взять. 16-21. Так, возьму Зека и возьму, наверное, Пиццелицы. Вот здесь Зек и Пиццелицы. Раз, два, три. Ну, в принципе, Зек отнимет львиную долю здоровья своей бомбочкой, а Пиццелицу ему просто останется добить. Ну, должно быть логически так. А вот сработает ли это все? Вряд ли Пиццелицы сможет добить. Мне кажется, не получится у него. Хотя... Нет, если после Микеланджело, то, может быть, и сможет. Ну да, тут осталось ему... Да до него даже очередь не дошла. Прикинь, он 82 уровня Пиццелицей. До него ходит вон, смотри, 56-й. И Пиццелицей только в конце, в самом, делает свой ход. Это что такое, ребята? Как это понимать? На 82 уровне его переплевывают все, кому не лень. Да, Пиццелицы, ты уж меня, конечно, извини, но... Мы так с тобой каши не сварим. Нет. Не получится, блин. Ходит последним самым. От него еще что-то ждешь, каких-то результатов. Да никаких результатов от него не будет. Да обидно просто. Давай из базуки сразу же по ним. Я что-то не могу понять, что случилось с моими бойцами. Они же 59-й даже уровень. И Ваня не смог подбить. Раньше он глушил их всех. Теперь остаются в живых. Ну парадокс, согласись. Так, 15 место. По идее, после вот следующего поединка мы должны уже будем перейти на следующий ранг. Армагон. Ну, Армагон-то, господи, должен же все сделать как надо. Просто хлоп и все, и лежат все и отдыхают. Должно быть так. Проверочка. О чем я и говорил? С ним вообще, ребят, практически проблем никогда не бывает. С ним, с Маузерами и с Крэнгом, и с Супер Шреддером, и с Усаги, и с Леонардо, и с остальными. Нет, нифига, 13 ступенек, и хоть ты тут что делай, не дали нам возможности перейти сейчас. То есть еще лишний поединок, лишняя, как говорится, единица боевая у нас снимается, и лишнее подкрепление. И такое ощущение, что специально, вот просто специально притормаживают меня вот в этом плане. Раздражает аж прям.
Ну, рассыпали. Ну, ребята, у Маузеров же до 7-й ступени прокачан суперскилл, поэтому он, понятное дело, всех их лупит. Ему вообще проще паренный реп. Он, кстати, самый топовый получается у нас по прокачке. По-моему, нет, Леонардо тоже у него до 7-й ступени прокачан его суперудар. Крэн, ты подождешь, пока лезешь-то уже. Сейчас будет пока кожеголовый выступать, и я думаю, что у него все получится. Погнали. Ну, я тебе о чем говорил. Ты видел, кстати, когда он кувырок сделал, как он обратно возвращается на место? С такой скоростью, как будто, я не знаю, там привидение увидел, просто глаза на выкате, летит. Ну, тут Крэнгу... Так, Усаги, ты подождешь пока. Тут Крэнгу-то фигли. Один разок бомбануть своим лучиком, и все. Как говорится, никаких проблем. Тем более, когда потирает он лапки свои тут. Все. Все. Раз, как говорится, и готово. Никаких проблем. Как мы долго с тобой добираемся до Лиги Мастеров. Просто еле-еле. Ну что, Супер Шреддер, давай, твоя очередь. Они тоже, ребят, стоят на одном уровне. 60, 58, 59. То есть выше не поднимается, потому что мне не дают нормальное достаточное количество кубков, чтобы я мог нормально подрастать. Топчемся на месте. И это раздражает. И это очень сильно раздражает, если честно. Ну вот смотри, сколько у нас сейчас. Полтинник дадите мне? 49 место, спасибо, хоть на этом. Так, ладно, давай смотреть. 16, вот, 16-22. Майки. Значит, возьму здесь Усаги и... Да, наверное, Усаги будет достаточно. Остальные 70-ники должны... Тимати, это... Это не герой моего романа. Вот, серьезно тебе говорю, Тимати, это... Да. Вот Усаги, это... Very good. А Тимати, бэ. Так, давай, братишка. На. Как он хорошо, а? Лупанул. Давай, добьешь? Ну, по идее, по пониженной броне, конечно, ребят, он будет пробивать. Кстати, в драконах всадники Олуха такая же фигня, ты заметил? Так же щиты идут и так же... Ну, потому что игры от одной компании... Поэтому значки идут практически одинаковые. Так, ну что, возьмем слэша. Так, 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 и вот так. Сотка плюс 80-ники. Должно хватить мощей, запала и всего остального. Давай, крученого. Ага. Удар под дых и не пробил. Ну ты серьезно, что ли? Ну этого так вырубили. Надо пита гасить, потому что я знаю, сейчас он хильнет еще, не дай боже. Идеально. Идеально, ничего им не помогло. Мы пропечатали как надо. Как-то сделали из них сочную отбивную. Так, до Лиги Мастеров я сегодня доберусь или не доберусь? Но это будет смех, если я не доберусь, ребята. Просто смешно. Раз, два, три, четыре, пять. А я не доберусь, потому что все, это последний поединок на сегодня. Зашибись. Нет, подожди, мы еще сделаем с тобой эти. А что мы сделаем-то? Откаты тратить я не собираюсь. Ну, это, конечно, да. Еще Микеланджело хиляет. То, что Карайка сейчас, получается, кинула свои кунаи. Это просто в пустоту. Это никак не повлияло. Но у нас есть что? У нас есть Змейковьюн, который может сейчас, кстати, задебафить их. Ну хотя бы так. Минус слэш и ракетница. Под дебафом, конечно, хорошо разбирать. Особенно, когда у них пониженная броня. Это изи, конечно.
Ну что, 19-я позиция. А я что, я не могу, ребят, больше никого здесь взять. У нас остался один крысиный король и то на птичьих правах. Так, саблезуб. Блин, то получается, мне надо будет завтра как-то, ребята, умудриться выбиться в Лигу Сёгунов. В Лигу Сёгунов 3 звезды. Как-то надо будет попасть. Ой, в Лигу Сёгунов 3 звезды. В Лигу Мастеров, ну не 3 звезды, хотя бы 2 звезды в Лигу Мастеров. По идее... По идее, это реально сделать. Но если не буду давать кубки в достаточном количестве. Как они вот сейчас зажимают, ребят, это не дело. По 13, по 12 кубков всего лишь-то. Не дело. Хотя бы там по 20. Ну, около 20, там 18. Ну, не по 10. Угу, упал. Что ж ты, родной, слабачка-то врубаешь. Молодец, пропечатал. Блин, у меня и капучино закончился, надо идти наливать новый. Причем, знаешь, что я тебе скажу? Как на диету сел, это сколько у нас прошло времени? Раз, два, три, четыре, где-то полгода, да? За полгода я скинул где-то около... 13 килограмм. То есть, если я весил 120-125, то сейчас где-то 110-108. Но я хочу до 100, до 95 скинуть. И, кстати, вот пью только лишь вот эти вот кофе, капучино. И ничего жирного, ребят, не ем. То есть, как бы... Худеем, не знаю для чего. Надоело уже эту массу тела таскать на себе. Надо, чтобы было все в норме. Единственное, что кожа отвисла на животе по бокам, знаешь, вот это вот. Надо в зал еще пойти. У меня сил не хватает дойти до этого зала. Если честно. Просто не хватает сил. А надо. Так, ну что, ладно, давай мы будем прокачивать. Мы поцелиться, да? Так, замечательно. 83 уровень получает пиццелиций, а по скиллам, конечно же, у нас идет кунаичи. Так, и чтобы прокачать... Угу. 8 пультов нам нужно найти. Раз. Два. Раз, два, три. 4, 5, 6. Ну, 6, 7. И последний пульт. Последний мне дайте, пожалуйста. 8. Ну что, 8 пультов есть. Можно прокачать до 3 ступени. Этот веер. Пальцы веером. Все дела. Так, кошечка Монако. Не, не Монако, а... Подожди, как ее? Миноки, по-моему, да? Монако. Назовешь же тоже. Не хочет. Подожди-ка, а у нас... Не то делаю. У нас... В испытании. О! О! Вот что надо проходить, друзья мои. Тьфу ты, не туда. Вот это нам проходить надо. Уберем отсюда зэка и возьмем Шредера. Угу. Я думаю, здесь можно на автобой поставить, наверное, да? Мне кажется, мы справимся. Я все-таки, ребят, не могу понять, где же мои очки. Неужели я их забыл на кухне? Да, наверное, когда я пошел наливать капучино, скорее всего. На лбу же нету. Обычно, знаешь, когда очки так, понимаешь? И это.
путай. Я офигею, ребята. Ну... Ой, дурила, а. Они еще стоят так боком и сливаются с этим, со столом. Жесть какая-то. О. Блин, единственное, что протереть бы их надо, запылились что-то. Так, ну что у нас тут? Все отлично пойдет, да? Все. Все прекрасно, ребят. Мы здесь победили. И забираем. Можем фармить здесь, если захотим. А я фармить буду. Мне нужны вот эти вот жетончики. Не жетончики, а гербы. Вот эти вот. Поэтому давай-ка попробуем выудить. Силовая ячейка крынгов. Настольная игра. Жетоны. Да. Когда-то бы я радовался жетонам, но уже все, ребята. Время. Вот, эксперт снаряжения. Получили. Все. Теперь можно. Блин, если я сюда пойду, ну ладно. Пойдем, потому что, ребят, ну, последние как бы 8 энергии потратим с тобой и... И что? И сможем потом уже на следующий раз фармить тогда, получается. Прекрасный был удар. Но. Так. Крэнк решил ракету прыгнуть. Ладно. Нифига себе, я что-то немножко удивлен, что они все начали применять свои суперудары. От них обычно такого как бы не ждешь. А ты смотри, и Ванька взялся даже за пулемет. А вот Маузеры не стали делать свою суператаку почему-то. Так же, как и Шреддер. Хм. Ну ладно, я не против. Пускай хотя бы так сделали. Главное, что выиграли мы. Я не понимаю, ребята, нашей погоды вот этой вот. О, все, окно сырое. Дождь, видимо, шел на улице. Вот. То у нас, короче, то солнце, блин. То тучи закрывает, то ливни. Холод лютый, ребята, сейчас. Плюс 9 градусов всего лишь. Ветрище. Воду отопление отключили, блин. Трэш творится. Так, ну что? Это нам не... А, нет, это нам надо. Это нам надо, что это не надо нам. Телепорты нам не нужны, ну, конечно. Телепортики мне нужны, ребята, я пойду за ними. На автобое. Вот. Что-то хотел сказать. Запамятовал. Запамятовал, что я хотел сказать. Блин, что хотел-то? Ну, память девичья. Сейчас и не вспомню. Так, ну что, я, наверное, еще сегодня в Дракон Всадники Олаха забегу, да? Сегодня, я не знаю, есть ли там какое-нибудь событие или нету, но нам надо будет... Что нам надо будет? Подкачать драконов, да этот набить... Скажи, я скажу. Где мы с тобой собираем награды. Ну, короче, ареновские паки надо будет набить. Плюс еще возьмем с тобой пак вождя. Лишним он не будет. Вот. Так что, скорее всего, сегодня будет серия. Вот, а там уже посмотрим, какие. Там на втором канале, ребята, две новые игры у меня на обзор будут выложены. Первая игра — это Above Snake. Мне она понравилась. Она мне напомнила игру, знаешь, какую? Которая... этот... Помнишь, на андроиде была такая игра «Последний день на земле»? Выживание это там, помнишь? Так вот, Above Snake — это что-то типа того. Тоже, ребята, ходишь, собираешь ресурсы, фармишь. Есть какие-то определенные НПС, к ним подходишь, берешь задание. В общем, зайди, посмотри, я думаю, что тебе понравится. А вторая игра, которая у меня будет на обзоре, это Злой колдун или Злой маг. Игруха с черным юмором. Я думаю, что тоже многим понравится. Игра такая пиксельная, но довольно интересная. Как ее назвать, наверное? Рогалик, экшен-рогалик, наверное, как-то типа того. Но не платформер, это точно. В общем, зайди, посмотри, а там уже будешь решать, понравилась тебе она или нет. Все это, ребят, на втором канале. Все прекрасно знают уже про этот канал. Так что, думаю, не стоит никому объяснять. Так, ей нужно будет в ближайшее время еще продолжить нам играть Roots of Patch, потому что что-то он как-то у нас в черный ящик улетел. И я за него давно не брался. В основном все по этим Vampire Survival и тому подобное игры. Так, ну что, здесь все, ребята, мы собрали все полностью с вами телепорты. И, судя по всему, можно закругляться. Да,
можно закругляться. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.